Сердюков, защитник команды Салават Юлаев рядом с нами. 950-я игра в КХЛ, совсем немного остается до 1000. Чувствуете ли вы себя таким опытнейшим защитником? Хоккей я начал играть не здесь, не в этом городе. Я родился в городе Косли, это Челябинская область, маленький городок. В 11 лет мы переехали с семьей сюда, в город Магнитогорск. Женя, поздравляю тебя с историческим достижением. Желаю всем тренерам иметь таких талантливых воспитанников, как ты. А тебе желаю новых успехов, новых достижений. Жека, привет! Поздравляю тебя с достижением этого знаменательного рубежа. Ты будешь первым, кто достиг этой цифры. Первый всегда остается первым. Привет, Уфа! С вами Александр Овечкин. Сегодня хочу поздравить настоящего героя Евгения Бирюкова с его 1000-й игрой в КХЛ. Так держать. Желаю новых побед и рекордов. Я тебя от всей души поздравляю, красавец, Волочек. И сколько сможешь сыграть, еще попылим можно. Привет, болельщики. Привет, Жека. Красавец. Вот я закончил, ты с тех пор борешься, красавец. Поздравляю тебя с 1000-м матчем, Молочек. Это доказывает, какой ты большой профессионал. Отличная смена позиции и Бирюков! Ну вы посмотрите, какое чудо! Вот это взаимодействие! Биря, привет! Поздравляю тебя с 1000-м матчем. Ты первый человек в лиге, который дошел до этой отметки. Очень рад и горжусь тем, что мы много лет играли вместе в одной паре. Выигрывали кубки, медали. Ты всегда был надежным партнером и хорошим другом. Желаю тебе всего самого хорошего. Жень, дружище, поздравляю тебя с большим достижением в 1000 матчей. И желаю тебе, чтобы это была не крайняя вершина. 1000 матчей пролетели незаметно. Вот. Я знаю, какой ты профессионал. Хочется пожелать тебе самое главное здоровья богатырского. И продолжать играть, радовать болельщиков, радовать свою семью. Я тебя поздравляю. Женя, привет! Поздравляю тебя с такой красивой юбилейной цифрой. Думаю, когда ты приходил в хоккей мальчишкой, ты не мог представить, что сыграешь 1000 матчей. Жека, я хотел бы тебя поздравить. Сегодня официально твой 1000-й матч в КХЛ. Я горжусь тем, что мы играли с тобой в одном звене и в одной команде. Удачи тебе и сил. Так держать. Будь здоров. 1000 матчей – это уникальнейшее достижение. Это говорит о многом. О характере, о воле, о любви к такому виду спорта, как хоккей. Поздравляю от всей души, желаю здоровья и, конечно, побед. Перевод Свитова не достанется, но достанется Бирюкову. Совершенно неожиданным оказался этот бросок. Хочется поздравить Жеку Бирюкова с этим, не побоюсь этого слова, наверное, впечатляющим событием. Ты очень крутой мужик, очень крутой хоккеист, человек, поэтому только вперед. Биря, привет! Хочу поздравить от всей души тебя с 1000-й игрой. Вспоминаю, как мы с тобой выиграли юниорский чемпионат мира. Потом мы уже выиграли взрослый чемпионат мира. Как я тебя шнуровал на каждой тренировке. Шучу, через одну. Поэтому самое главное, получаю удовольствие от игры, от тренировок. Удачи, береги себя. Уфе, привет. Обнимаю. Папа, я тебя поздравляю, ты большой молодец. Я уже хочу побить твой рекорд по матчам, потому что по голам я уже тебя побил. Я тебя люблю, мы гордимся тобой. Пап, я тебя очень-очень сильно люблю, я очень горжусь тобой. Я так рада, что ты первый достиг такой цифры. Ты самый лучший. Жень, поздравляем тебя с таким знаменательным событием. Очень тебя любим, очень тобой гордимся. Мы твоя семья. Поддержим. Во всем. Всегда рядом с тобой. Удачи тебе во всем. Да? Да. Целую. Обнимаю.